Привет. Сегодня в Санкт-Петербурге выдался хороший пасмурный денечек. Делаю анонс очередного ножа, который будет на тестах. Это нож компании Vitis. Сам ножик. Это вот информационный листок. Вот информационный листок. Называется нож. Так, нож модели Буревестник, изготовлен компанией Vitis. Сталь на клинке, я так думаю, стандартная, 65К13. Нож абсолютно новый, ничего им не резалось изначально. На клинке какие-то пятнышки непонятного происхождения с одной стороны, такие же самые пятнышки с другой стороны. Итак, проверяем заточку из коробочки. Ну, в принципе, нож заточен неплохо, но не так режет агрессивно, как резал изначально. NR43 этой же компании. Ручка деревянная. Или мне кажется, или он как-то несимметрично по отношению к клинку. Да, клинок как-то в сторону смотрит. Ну, не важно, или эта ручка несимметрично сделана. Здесь стоит неровсадной монтаж на стяжку. Здесь стоит гаечка, наверное, под шестигранник. Но это не важно. Главное, посмотрим, как поведет себя сталь. Нож не шатается. Итак, вот у нас здесь есть веточка небольшая. Сейчас мы вот эту часть уберем. Это уберем. Это уберем. Попробуем перерезать вот эту веточку. Веточка где-то 4 сантиметра в диаметре. Понятно. Ну, вы сами видите, что нож режет очень-очень плохо. Нож практически вообще не влазит в древесину. Капец, блин. Чуть комар. Падла мешает. Что за дерево, понятия не имею, но нож режет очень отвратительно. Очень-очень. Будем рубить. Ну, рубит, в принципе, гораздо бодрее. Чем режет. Может, веточка не той системы. Ну, очень уж как-то. Ну, в принципе, дорубили. Попробую так еще построгать его. И так строгает он не очень бодно. То есть мы видим о том, что
резать древесину. Им очень некомфортно. Так, на режущей кромке никаких изменений не произошло. Ни сколов, ни заминов нет. Что уже радует на данном этапе. То есть заточка может быть где-то и подсела. Нет уже агрессивности реза. Ну, в принципе, естественно, что его надо будет чуть-чуть. Я его подправлю. Ну, в смысле, мусатом. Пройдусь пару раз. Для завтрашней работы. Потому что работа предстоит большая. Там будут и кости, и банка, и мясо, и все остальное. То есть после рубки люфта никакого нет. Нигде ничего не расшаталось. Мусорить не будем, бумажки заберем. Сейчас вот. Ну, это сухая веточка. Ну, неважно, сухая ветка или мокрая. Строгает. Он не особо комфортно. Итак, вот такой следующий нож от компании Витязь. Сталь на клинке 65Х13. Кончик заточен несимметрично. То есть завален в одну сторону. Если смотреть вот так, он завален влево. Ручка тоже, в принципе, сделана не особо симметрично. Но, тем не менее, рукоять удобная. То есть нормально будет, я думаю, работать и таким образом, и таким образом, и таким образом. Вот такой нож Буревестник от компании Витязь. Еще раз напомню, сталь 65Х13. Это очередной участник нашего теста. Всего доброго, спасибо большое за внимание. Короткое двухминутное видео, ну, даже еще может короче. Показываю эндуро сталь ZDP-189, как режет и вгрызается в древесину по сравнению с ножом Буревестник. Хотя, конечно, что эндуро тоже для таких работ мало предназначено, но тем не менее рез более комфортный. То есть вы видите, как она снимает стружечку, как она врезается в древесинку и какие сейчас бумага отсырела. То есть может быть где-то какие-то что-то замины появились, но не столь важно. Просто как режет сталь ZDP-189 и как режет 65Х13, как режет геометрия. Спасибо. Итак, продолжение тестирования ножа Буревестник. В первом видео мы увидели о том, что Буревестник не особо высоко взлетел на ветке. Ну, посмотрим, как он будет лететь в работе. Сталь 65Х13, напоминаю, кто смотрит впервые. Десятичасовой рабочий день. Мясо, крылья и палочка. И посмотрим, гордо веет, греет Буревестник или как толстый пингвин робко прячет тело жирное в утёсе. Итак, начинаем. Нож после ветки не правился. Заточка практически осталась. Бумагу подрывает. Микросколы есть. Ну, это в принципе ничего страшного нет. Интересует, насколько сталь хватит. Насколько стойкая сталь именно на этом ноже. Нож позиционируется как туристический.
себе. На трески. Работать удобно. Но впереди у нас еще. Впереди у нас потом будут вот такие вещи. Итак, смотрим полет буревестника. Треска порезана, переходим к тяжелой артиллерии, так сказать. Это шея. Ну что ж, уже есть какие-то первые впечатления на ноже. Нож, в принципе, удобен. Рукоять достаточно хороших размеров. В моей ладони она, в моей руке, помещается очень хорошо. Работает ножом комфортно. Нож, хочу напомнить, весит 145 грамм. Ну, естественно, первая рекомендация приобретевших, кто приобретет этот нож, это, конечно, заводскую заточку лучше сделать другой, либо подправить, либо перетащить на свой угол. Ну, в принципе, никаких пока негативных эмоций, каких-то замечаний по поводу там сборки, еще чего-нибудь нож не вызывает. Довольно, на мой взгляд, удачная модель. Нарез прекрасно контролируемый. Никаких проблем. Длина клинка тоже, можно сказать, универсальная. Ну, видишь, сделал ножик, который, я думаю, пригодился. Можно сказать, займет свою нишу. Рукоять не скользит ни в мокрой, ни в жирной руке. Может, есть какие-то здесь недочеты, недоработки, но я сейчас не рассматриваю. Меня интересует удобство вот этого ножа. Есть участки необработанные, как-то дулечка, там какое-то пятно непонятное, или прошлифованное, еще что-то. Ну, в принципе, нож нормальный. Вылез только что наружу в процессе работы небольшой, так сказать. Ну, не косячок, недоработка, не знаю, как это назвать. То есть, если ударить клиночком по доске, чувствуется дребезжащий звук. Я так думаю, что это идет, передается вибрация в ростовичок. Либо отпустилась вот эта гайка после рубки, когда я рубил ветку. Может быть, резьба расслабла или еще что-нибудь, но факт остается фактом. Но руками лифта никакого нет. Но если нож попадает на доску, чувствуется вибрирующий звук. Дома посмотрю, что это такое, с чем его едят и почему это так происходит. А в целом нож хорошо справляется с возможной у него работой ножа. То есть он удобный, сбалансированный, ручка нигде ничего не напоминает. Клиночек тоже рабочих форм. Единственное, моя будет такая, как рекомендация. То есть, если у вас, ну, по крайней мере, чтобы еще улучшить рабочее качество ножа, желательно заводскую заточку по возможности снести, убрать какие-нибудь там остаточные напряжения, либо там посыпать эту трубочку, сделать аккуратненький подводик,
микро. И нож будет примерно, ну, не примерно, а даже будет, должен работать очень хорошо. Но если сравнить, допустим, вот это исполнение стали и NR43 с лишним, то там сталь, по мне, так более какая-то агрессивная, более крепкая. Она более какая-то резучая, чем это. Ну, это может быть сугубо субъективное мнение. И быть в разнице угла заточки данных ножей. Смотрим, что будет дальше. Случайно образовался небольшой кусочек говядины. Его как раз надо отрезать. Говядина заморожена. Заодно посмотрим, как ведет себя нож под нагрузкой. То есть вы видите, с замороженным мясом нож справляется. Не очень легко, но в принципе без проблем. Можно сказать, что даже при разрезании довольно-таки твердого куска нож, приделаем его таким силовую нагрузку, чуть-чуть на излом не пускаю, стараюсь резать по прямой, потому что мало ли вдруг. То есть рез, хочу сказать, контролируемый, даже в твердой. Хотя почему-то он у меня иногда вводит гриво. Здесь уже очень явно заморожен. Ну, в принципе, нож справился без проблем. Вот такой кусочек мяска. Чудо не произошло, нож откровенно стал тупым, на мой взгляд. То есть режем его уже не так комфортно, как резал в начале. То есть надо прикладывать усилия. Я думал, его чуть подольше хватит. Заводская заточка не особо хорошая. То есть, я не знаю, по каким причинам, но нож перестал резать. То есть, ну, как-то он такие вот еще прорезает, но я по ощущению в руке вижу, что нож такой. Впереди у нас крылья. Посмотрим, с каким результатом он отработает у них. Итак, подходит к концу рабочий день. Осталось крылья. Ну, должен сказать, что не гордо парил буревестник. Буревестник? Да, буревестник. Нож практически перестал резать. То есть, если вначале он еще был как-то бодро, сейчас уже надо прикладывать большое усилие для перерезания. В общем, заводская заточка.
заточка заводская оставляет желать лучшего. На режущей кромке появились белые засветы. Ну, видно, от уши блестит. В общем, как-то, ну, не сказать, что печально, но не особо радует. Итак, впереди у нас крылья. Посмотрим, как нож справится с этим мероприятием. И там дальше баночка. И потом уже будем делать. Еще одна особенность этого ножа, это о том, что клинок по отношению рукояти наклонен вниз. То есть, получается, если мы держим руку вот так, ограниченный участок рабочей кромки, режущей кромки, вернее, неограниченный, то есть режущая кромка, рабочий участок ограничивается 4-5 сантиметрами. Вы можете видеть, оно что с большим усилием уже просто перерезается. То есть здесь кромка еще более-менее сохранила свою остроту ближе рукояти, если наносить руку за край стола, то здесь, поэтому, чтобы так долго не мучиться, правлю первый раз за все время. Ну, вот, более-менее. Кромочка восстановилась, рез стал бодрее. Продолжаем. Крылья заканчиваются. Итак, короткие выводы по данному ножу. Нож в работе удобен. Ручка сделана хорошо, не скользит. В руке лежит удобно, по крайней мере, в моей. Вот. Ну, единственное, на что требуется обратить внимание, это на сталь. То есть, если есть возможность заводскую заточку, лучше убрать, сделать свою. Даже под тем углом, который существует. Вот. Либо носить. Паш, ты делал? Блядь, ну туда ездил. Он обещал, блядь, какую ворону. Понятно, он концерт. Вот. Либо с собой носить маленький поселочек, который можно подправить режущую кромку. То есть вы видите, режущая кромка, которая практически не была в работе, это вот этот участок. От кромки до серединки клинка режет без проблем. Остальной участок режущей кромки уже тупо подсел. Последнее крыло. Итак. Берем ножку, проверяем. Тут даже проверять не надо, я это вижу, что режущей кромки нету. Вскрываем банку. В этот раз у меня чуть поменьше, но тем не менее. На режущей кромке есть некоторые засветы, сколов нет. Кстати, я сейчас только хорошо посмотрел режущую кромку, оказывается, она завалена на одну сторону, то есть с одной стороны угол больше, чем с другой. Но тем не менее бумажку пытается резать. И
В заключение хочу сказать, что буревестник прям вот так гордо не веял. Есть свои недостатки, есть свои какие-то недоработки. Ну а в целом нож нормальный. Можно его использовать в качестве туристического ножа. Довольно-таки прочный. Никаких лифтов не появилось, ни кроме дребезжания какого-то. Я не знаю, почему он дребезжит. Ну вот, в принципе, и все. Попробуем, посмотрим. Я его хочу еще попробовать после переточки, как он себя покажет. И тогда уже можно сделать окончательный вывод. Итак, сегодня у нас был нож буревестник от компании «Витязь» с клинком в составе 65К13. Спасибо всем большое за внимание. Всего доброго.